Активная дискуссия жильцов – результат известия о строительстве детского сада во дворе дома 14 по улице Шверника. Здесь может появиться дошкольное учреждение на 135 мест, 40 из которых ясельные, в рамках национального проекта «Демография». На встрече с жителями соседних домов городские власти рассказали о планах по развитию этой территории. Как отметил руководитель департамента градостроительства, детский сад в этом месте планировали построить еще в советские годы. Жителям была доведена информация о том, что все строительные мероприятия здесь будут осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством на основании полученного разрешения на строительство, а также в соответствии с утвержденным ранее проектом планировки территории данного квартала. Жители, в свою очередь, выразили свое беспокойство. Одна группа приветствует появление детсада в шаговой доступности, другая – за сохранение на придомовой территории зоны отдыха, игровой площадки и парковочных мест. К тому же, отмечают горожане, во дворе и так немного места для проезда и парковки автомобилей, а с появлением еще одного здания станет теснее. Тут же еще меньше места будет, да? Представьте себе, сейчас нет места. Машины стоят на аварийках, сейчас вот каникулы и пробок нет, потому что люди не едут. Горожанам пояснили, что сейчас существует ряд программ по благоустройству, благодаря которым можно сделать комфортное общественное пространство зонами отдыха для детей и взрослых, отремонтировать дорогу и оборудовать парковку. Мы на протяжении нескольких лет людям говорили о том, что есть программа содействия, есть программа «Городская комфортная среда», есть программа «Твой конструктор двора». И в рамках этих программ можно и смотреть, и улучшать жизнь, делать и детские площадки, и благоустройство во дворах. Дальнейшую судьбу двора теперь будут обсуждать на встрече инициативной группы жителей с городскими властями. Первое заседание в департаменте градостроительства состоится уже сегодня. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.